Перинатальный центр города Якутска распахнет свои двери для всех пациентов с 12 марта, а долгожданное торжественное открытие состоится 15 марта. Сейчас подготовка к нему идет полным ходом. Установка и поставка оборудования в операционных блоках полностью завершена. Специально для медперсонала было проведено обучение. Центр рассчитан на 130 коек, а его поликлиника на 150 посещений в день. Также в нем расположено отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 35 мест. Медицинский персонал будет состоять почти из 500 сотрудников. Сегодня здесь полностью работает только отделение женской консультации на 7-м этаже. По современным требованиям, значит, очень важно, чтобы перинатальные центры были в структуре многопрофильной больницы. Республиканская больница номер 1 имеет в своем составе клинический центр, клинико-диагностический центр, педиатрический центр, медико-генетический центр. И вот все эти структуры нам будут очень хорошо помогать при организации своей работы, при оказании медицинской помощи вот именно беременным женщинам и новорожденным.